Всем привет, ребята, с вами снова Ефим. Продолжаем проходить игрушечку The Mansion of Ethan Carter. В прошлой серии мы с вами нашли вот эту тайную комнату путем, проходя, в общем, через дверные проемы, в которых были порталы какие-то. В общем, там надо было сопоставлять вот это комнаты с порталами, тыры-пыры, вот это все делать. В общем, мы это все сделали, это все показало, вот. И мы нашли какую-то вот эту вот комнату волшебника. Ну, тогда она выглядела совершенно по-другому, более красочно, ярко, и там какие-то всякие колбочки, пробирочки были. Так, давайте почитаем вот это, потому что я, по-моему, в той серии не читала ничего, да? Окей. Пожар помог обнаружить самогонный завод. Дэниел Юзефсон. Ох, какие фамилии отличные. Округ Бэйфилд. Во время борьбы с лесным пожаром, возникшим далеко от Огден Роуд, участники добровольческого пожарного департамента Эшвенда обнаружили самогонный завод. Власти сообщили, что на месте была обнаружена пропановая печь, 15-литровый котел из нержавеющей стали, который использовался для производства самогона. На основании размера найденного завода окружной шериф Хэнк Шеффель пришел к выводу, что это была мелкая конторка, но не исключает, что могут быть другие самогонные заводы в округе. Также на месте полицейские обнаружили полгаллона яблочного самогона и один галлон и один галлон обычного самогона, а также яблочный сидр. Это все, что смогла прочитать. Дальше эта вся ерундушечка обрывается. НАСА запустила спутник АТС-6. Associated Press. Это понятно. Английские слова на русский манер, да еще русскими буквами. Прикольно. Мыс Канаверал или Канаведал. Это R такая, наверное. Флорида. Сегодня во Флориде НАСА запустила первый в мире научно-образовательный спутник, благодаря которому США получит значительное преимущество в области телекоммуникационных технологий. АТС будет транслировать научно-образовательные программы в несколько стран, включая Соединенные Штаты, Канаду, Индию и Австралию. НАСА утверждает, что спутник будет находиться в постоянном контакте с Землей на протяжении 5 лет. Хорошо, а что же случится тогда с спутником, когда по истечению этих 5 лет? Так, эту, по-моему, записюлечку я читала, да? По-моему, я читала. Ну, на всякий случай вот так вот сделаю. Если что, прочитаете, я положу ее обратно. Окей. Игра сохранилась, очень интересно. Даже и в тот раз сохранилась. Ну, ладно. Что мне вот интересно и немного смущает, это то, что я не могу попасть в шахту, потому что в той серии я пыталась это сделать, и, по-моему, позапрошлую пыталась это сделать, но, блин, не получается, потому что печаль. Там закрыта вот та вот калитка, или что там, ну, закрыта, вот, цепи вообще обмотана, еще и замок навесили, вообще, блин, коматозные люди. Ой, хотя бы, блин, ключ где-то тут оставили, я не знаю, там или, вот, не знаю, вот тут, например. Я бы пришла бы такая, хоп, взяла, хоп, пошла, открыла, ой-ой-ой, полазила там, что-то поискала и все. Коматозность, ребята, коматозность. Ой, ладно, окей, надо будет, значит, искать какие-то другие, может, пути к тому, чтобы зайти туда. Потому что я вообще не знаю, что дальше делать с этим всем коматозом. Блин. Потому что мне кажется, что мы уже везде тут были, где мы только можно и нельзя. Я уже все облазила. Просто вот-вот. Ах-вах-вах. Вот вообще. И как-то... И вот воспоминания, которые были... Ну, не воспоминания, точнее, а воссоздание прошлых событий было в какой-то... Не помню уже серии. Вот какой-то из недавних. Вот. Там было, получается, типа, отец, судя по всему, этого Итана говорил, типа, у меня нету вот этого ключа, потому что я болван, я его куда-то засунул, не могу его теперь найти, ля-ля-то-поля, все дела, там, ёшки-матрёшки, вообще, коматозность, муравушка, комары опять разлетались, сволочи такие поганые. Так, а куда мне
Я вот не помню. Я так вроде бы как бы заучила уже путь. По-моему, наверх мне надо. Будем так не торопясь, не спеша идти. Потому что... Та-та-та-ра-та-та-та. Блин, как это мужику, ноги у него не болят? Я думаю, ему... Хотя, блин, я вот интересно, сколько главному герою? Может, лет 40? Ой, вот эта церковь вообще не могу. Вообще, она мне... Мне плохо вот на нее. Она какая-то страшная. Страшная, как бивни мамонта. Хотя нет, бивни мамонта вообще по сравнению с этим будет мило выглядеть. Знаю, почему именно бивни, потому что, ну, бивни, они такие страшные, представьте. Бивень мамонта, который несется на вас и хочет взять и проштрикнуть вам ваш глаз. Да. Такой, знаете... О, я вспомнила. Знаете, такой какой-то персидский слон, короче. Вот, как... Почему я сказала именно персидский? Я сейчас отвечу, почему. А потому что вот в 300 спартанцев там типа персы были. Вот, все дела, там вах-вах. Вот, и там вот этот идиотес, который... Как же его, блин, звали? Какой-то там... Намазанный вот этот мужик трехметровый, блин, который на мужчину, который не мужчина, смахивает, вот. Ой, бляха! You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Охренеть, вот я просто обожаю, когда он так внезапно начинает говорить. Он же вроде бы это уже говорил, типа, какого черта он это повторяет снова? Ну что, делать нечего или что? Че, блин, интересный мужик. И, блин, вот это я спускаюсь, конечно. То поднимаюсь, то спускаюсь. Так вот. Блин, как же этого мужика-то звали, а? Страх-то спартанцы. Вот черт, вышел вообще из башки. Ладно, в общем, у него там была армия, и там были такие большие соники, они просто огромные были, соны-мутанты просто. У них такие были бивни, на бивнях такие огромные какие-то штуки были, типа наконечники какие-то металлические, еще там у них были уши проколоты, по-моему, еще там много цепей было. В общем, много всего, вот. И, короче, вообще коматозность, да. Что? Это ж... это что такое? Это вообще откуда? Как оно тут вообще появилось? А почему я этого не видела раньше? Я же тут ходила мимо. Ой, приостановите земельку. Я... Вот, ребята... Вот честно, вот сколько я ходила, я не видела вот этой вот, вот этой надписи. Вообще. Вот, догадайся, что оно там будет. Вообще коматозность. Посмотрите, это надо было пройти или оттуда вот так вот и облазить вот там. Я же вот так вот и ходила, блин. Почему оно не было? Я вообще думала, что то пещера. Типа заходить можно туда. Ой... Евпатий Коловорот. Ну, давайте заберемся. Ух, опасность, ребята. Лезем в какую-то жопу. Ух, мать. Так. Япона, мать. А тут как-то не круто. Мне аж жарко стало, слушайте. Реально. У-у-у, тили-пули. Вытичи-питули. Вот тара-тара-та-тара-та-тара-та-та. Я буду петь, потому что я не знаю, что еще тут делать. Ой, хоть бы кто-нибудь не вылез. Пожалуйста, я вас умоляю, прошу. Мать моя. Охренеть.
Ой, это, ребята, у меня аж желудок сжался. Я прям чувствую. Фу, ладно. Ну, знаете, а вот у вас же прошла Вестибулаур. И, наверное, почти прошла первая вот... Ну, блин, первая вот у вас, так говорю, как будто их две части. Ну, этот нормальный, который вот у вас. Вот, йо, это что так... ребята, мне страшно. Нет, подождите, мне надо что-то с собой такое успокоительное. Сейчас, погодите, я что-нибудь обниму. Сейчас я приду. Так, ребята, я вернулась. Я готова покорять эти низи, вы поняли. Все, нет времени для страха. Нужно идти вперед. И только вперед, о боги. Мне, честно, как-то сикотно. Потому что я не имею ни малейшего понятия, что меня тут ждет. Да, хотя мне вот на одном форуме были написали, типа, я жду, когда ты дойдешь до шахты, чтобы что-то было. Ой, я пойду сюда. Я пойду налево, потому что, не знаю, как-то стрём. Но мне... Я буду петь. Я тебя люблю, а ты меня тоже, мать. Почему вниз? Я хочу наверх. Ну, ребята. Я тебя люблю, мой маленький котенок. А-ля-ля-ля-ля. Такой песни не существует, я сама в своей голове придумала. А-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на. Любовь похожая на сон. Я не знаю, у меня так ни одна игра паники не вызывала. Ребята, вот я вам серьезно говорю. А знаете, что я сделаю? А я возьму и продолжу в следующей части. Также хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого. И пока-пока.